Так, ну что, еще одна победа, и я заберу себе 10 алмазов. Давайте берем, беру я Феникса. Фениксом буду играть. Так, у нас вот здесь Титан. О, у меня жнец. Дружище жнец. Это клево. Это клево. У нас, я, кстати, заметил, что у нас эта синенькая полосочка медленнее, чем у них поднимается. Ё-моё, давай, жарь, жарь, жарь. Да как я так взорвался? Из-за чего? Почему я взорвался? Не пойму. На, подлечись. Я тебя бросил лечилку, а ты этот уехал. Ну, ёлки-палки. О, взорвали его. Это вот этот взрывает. Так, ладно, отъедем. Подлечимся. И кто у нас там? Они, смотри, побеждают, потому что они нам флаг этот себе подняли. Так, давай, 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 давай. Есть, загорелся, сгорел. Хорошо, следующий. Титан. О, я хорошо-хорошо стою. Нет, я тебе не дам проехать. Слушай, дружище. Проехать я тебе не дам. Так, с этим надо как-то разобраться. О, сейчас я его буду жарить. А, убежал все-таки, да? Ладно. Ты где там жнец-то? Ты чего? Да, жнец заманал. Что-то он постоянно где-то гуляет, непонятно где. Вообще. А с какой он стороны-то непонятной? Эй, а чё этот проехал их? А? Эй, ребята. Вы чё творите? Вы чё творите, ребята, а? На, получай урон. Так, и вот этого надо теперь. Гада. А, маленький, смотри, прибежал. Ха-ха-ха-ха, на, поджарься. Так, ремкомплект срочно мне. Срочно мне ремкомплект. Так, этого я убил. Так, теперь вот этих буду сейчас вот здесь стрелять. О, тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я тебе не дам никуда подъехать. Вот так, сейчас я буду жарить. Так, ё-моё, у него там здоровье уже маленькое. Так, ты давай уже погибай. Есть, выиграли все-таки, выиграли. О, это очень хорошо, что мы выиграли. Заработали 10 монет. Ну, давайте еще попробуем. Может быть, 500 очков заработаем. 500 монет. А, интересно, Фениксом интересно играть. А у этих крутилки, это очень плохо. Угу. Это очень плохо, что у них крутилки. Надо мне на Феникса срочно крутилку поставить. А, у них тоже, вон, смотри, этот стоит. Блин, а почему у меня нету крутилки у друга, а у этих есть крутилочки? Да, они так легко нас уничтожат. Всяко мы проиграем с такими штуками. Штуками-дрюками. Так, тихо. Так, огнем, огнем. Отходим. Так, я здесь сейчас буду стоять и выжидать. Есть. Феникса уничтожили. Теперь этого щелкнем сейчас. Готов, готов. Слушай. Так. А, где я? Что-то я себя потерял. Есть. Так, теперь вот этого щелкаем. Ой-о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 й
Нет, смотри, этот гад взял, забрал мой. Так, я буду здесь стоять, никому не давать флаг поднять. Это вражеский. Так, есть. Этого мы щелкнули. Так, теперь я этого жарю. Так, давайте, давайте, я сейчас подъеду, подожди, дружище. О, поджариваю, поджариваю. Так, ё-моё, у меня же здоровье маленькое. Так, ладно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А мы победили. Есть-есть-есть. Победа, победа. Ребятушки, победили. Это здорово. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть Hills of Steel. Давайте поиграем за нашего Скорпиона. Танк Скорпион. Недавно мы его открыли. Это очень прикольный танк, который очень прокачанный у нас. Мы его прокачали полностью. Давайте посмотрим, как же он более-менее прокачанный будет воевать. Ну, смотрим, что он очень мощный. Ему он идет просто на пролом. Он не замечает никаких танков врагов. Просто идет и уничтожает. Смотри, я даже не остановился ни разу.
все, мы уничтожили первую волну. У нас появился танк Легион, которого мы сейчас тоже сейчас победим легко. На, смотри, с двух ударов. А с двух ударов у нас босс был повержен. Давайте возьмем лечение. Хотя тут уже лечиться-то особо мы не нужно этому танку, потому что он вообще, у него броня очень мощная. Попробуем дойти до второй волны. Так, смотри. Опа! Ё-моё, смотри, тут сколько много танков. Мы просто-напросто проходим, даже не остановились. Мы всех уничтожили. У меня также стоит циркулярная пила, которая тоже помогает прохождении. О, давай, смотри. Есть! Всех уничтожили. Но меня чуть-чуть задели там. Кепочка наша слетела. Но это не важно. Главное. А ну-ка, я хочу проверить. Помешает ли нам? А, нет. Нормально. А вот и второй танк. Второй танк босс. Удар грома. Мы его сейчас тоже, кстати, очень легко победим. На! Да, с двух ударчиков. Он у нас развалился, уничтожился. Ну, мы идем дальше. Посмотрим. Ох, хорошо, хорошо. Вот это скорпиончик у нас. Какой мощный танк, смотри. Он проходит, он всех мочит. Ему вообще даже никого не замечает практически. Да. Кстати, так как мы прокачали его полностью, скорость у него, смотри, какая бешеная. Очень быстро ходить стал. Передвигаться на таких клешнях. Вот это скорпион. Вот это танк. О, какое месиво, смотри здесь. Да, конечно, я получаю урон, потому что их очень много танков вражеских. И они все стараются уничтожить скорпиончика. Стреляет в него постоянно. Но мы тоже, ребята, тоже уничтожаем. О, смотри! Этот залез прям нам на жало. Танк. И мы его подняли, даже ничего не почувствовали. Никакого усилия. Третий танк. Легиончик. Сейчас мы его хлопнем. Иди ко мне. Так, постреляем. Есть! Отравление. Ух ты! Все! Готов. Танк. Так, давайте. Подлечимся сразу немножко. На, держи. И когда вот много танков, кстати, мы, ребята, получаем очень много денег. Смотри, монетки только так летят. Тем более еще здесь монетки собираем. Ох, да, нас уничтожили. Ну что ж, бывает. Ребята, если нравится танк, то обязательно ставь лайк. А мы, ребята, продолжаем играть в наши танки. Hills of Steel. И играем мы за Скорпиона, играем мы, ребята, в пустыне. Давайте посмотрим, как себя ведет танк Скорпион в пустыне. Он очень так сливается с песочком. Ну, потому что это же, ребята, Скорпион. А Скорпионы, ребята, живут всегда в пустынях, да. Поэтому у него и окраска такая песчаная. На, получай. Ух ты! Не долетает, смотри. Наши ракетки. Наши отравляющие. Я так понимаю, яйцами стреляет. Ага, вот идет. Первый босс. Гонец ада. Это у нас вертолетчик. И нам нужно сейчас где-нибудь аккуратненько встать, чтобы в него попасть. Сейчас найдем какой-нибудь холм. Так, здесь жало не попадает в него. Жалом нельзя. О, все, попали. А нет, еще, смотри, немножечко осталось здоровья у вертолетчика. На! Все, разлетелся. В дребезги вертолет. Давайте заберем наш ремкомплект. О, еще один вертолетчик. На! Да е-мое, сколько вас тут? Нет, смотри, что творят, а? О, еще вертолетчики полетели. Так, надо вот этих будет как-нибудь щелкнуть. Тут, видишь, отравляющая какая-то такая штука.
непонятное. Ладно, нужно идти на пролом. Тем более у нас мощи нашей хватает. На. Готов. Ну, может, так я яичками вот этими разбрасываться. Я не знаю, это яйца или это плевки такие у него. Наверное, плевки. Потому что у него, видишь, типа такой жидкости какой-то. Емкость с жидкостью. И он стреляет прям. Такой жвачкой. Давайте здесь постоим немножко, вертолетчиков этих уничтожим. Есть, готово. Да, жало, кстати, очень сильно помогает. В борьбе с танками вражескими. Ага, кнут. Ну давай, подъедь сюда, давай. Сейчас мы тебе с двух ударов. Да, ребята, практически с двух ударов мы уничтожили этот танк вражеский. Босса. Вообще с боссами. Боссы нас боятся, кстати. Они очень нас боятся. Потому что танк достаточно-таки опасный для них. Так, сколько вас тут много, а? Так, а мне нужно как-нибудь попасть в эти самые. Не улетай. На, держи. Держи, дружище. Отравляющий плевок. Так, а ну-ка, танки, разойдитесь. Очень много, кстати, вертолетов появилось, смотри. Один за одним летают. И вот этих маленьких тоже танков много. Они мешают нам проходить. Но благо, что... Тут я что-то холма никого не вижу. Смотри, сколько их много, а. Одинаковые практически все. Да, все одинаковые танки. Вот, немножко разные пошли. Вот здесь сейчас станем на холм вот этот. И будем уничтожать вертолетчиков. Да ё-моё, они мне, смотри, стреляют в меня. Давай, едь ко мне. На, получай. Так, а вас я жалом буду щелкать. Хорошо. Да, что-то смотри. Мне кажется, я уже так много уничтожил этих танков. А где же босс-то, а? Следующий, третий босс. Ладно. Сейчас подождем. Тихо. Так, стреляем. Есть попадание. Ну и наконец-то, ребята, босс едет у нас. Третий. Это у нас армада. Давай, едь ко мне. Едь ко мне, дружище. Мы тебя сейчас уничтожим. Есть, отравляющий. Отравляющий харчок такой. И готов. Босс лошара. Не смог со мной справиться. Ну, а мы идем дальше уничтожать вот этих вот вонючек. На, держи. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Я говорю, сейчас уже посложнее станет. Смотри, сколько много вертолетчиков. Раз, два. Два вертолетчика было. И танков, кстати, много вот маленьких. Да, вроде бы они маленькие, но они такие надоедливые. Их очень много. Уничтожили, давайте отремонтируемся. Хорошо. Отремонтировались, идем дальше. На, получайте. Вроде не надо так вот в такую прям месиво заходить, но танк-то у нас прокачанный. Он практически никого не чувствует. Идет на пролом. Вот, смотри. На пролом идет, уничтожает всех подряд. Хорошо, прям таки. Ох ты, все, разлетелся. Разлетелся наш танк Скорпион. Ну нифига себе. 157. Ребята, мы побили свой собственный рекорд.